Я 507. Цель вижу. Атакую. Седьмой, слева полтора. Осторожно в облачности. Очень близко работаете. Поздно выходите из атаки. Я 507-й, столкнулся с 512-м. Моя машина управляема, 512-й катапультировал. Подбрось, а то моя заглохла. Высота? 5000. На этой высоте имитируй посадку. Посмотри, как она ведет себя. В условиях полной гарантии садись. Сколько ты ей говоришь? Ну, 22. Ты мне, конечно, старик, прости, но и как минимум 29. Да мы еще с ней в школе в третьем классе учились. Да? Да. А женщины начинают уменьшать себя когда? Еще со второго класса. Ас! Ас! Ты, кажется, специалист по части женщин. Ну, кончай, как горячая смола. Ас, ас, сколько можно. А что он у нас и в самом деле ас? Андрей Степанович, АС. Значит, ас. Что по этому поводу думает комиссар? Скоро приедет? Я только написал. Приезжай. Братцы! Машина теряет управление. Катапультироваться поздно. 507-й, спокойно, только без паники. Давай. На кабину давай! Куда они? Пускай. Назад! Нельзя, говорю! Нельзя сюда! Назад! Стойте!
Не знаю. Протасенька. Ларискин. А где Ларискин? Она из-за пыли. Давай за мной. Отстегните парашют. Ну, трубку. Ну. Трубку. Нормально. Осторожно, осторожно. Подержи руку. Снимите маску. Подняли. Не тряси так. Полегче. Полегче. Пошел. Жив? Живой еще. Всем отойти от горящего самолета. Повторяю. Всем отойти от горящего самолета. 514, идите на запасной, посадку не разрешаю. 401, топливо. 600 литров. Идите на гражданский аэродром, курс 90, удаление 100. Сам Барыбин пожаловал. Что там? Умер Жорка. Скорой помощью. Товарищ генерал, зови моего... Здорово, отец. Зайдем. Просто не могу, земля как магнит тянет. Посидим. Слышь, отец, только не обижайся. Бывает, знаешь, и глупость с языка слетит. Вот ты, сколько ты уже прожил? Всю жизнь, считай, вышел, как говорится, на последнюю прямую, а такой спокойный. А чего? Сам себе и местность хорошая. Скажи, бывает так, чтобы человек или потому, что сделал что-то в жизни, ну, я знаю, что-то большое может быть, или потому, что жил, вовсю жил, не терял впустую ни минуты. Но скажи, бывает так, чтобы человек мог умереть? Как тебе сказать, спокойно умереть? Кто как живет. Хорошо, и с шуткой помереть можно. Спасибо. Будем жить.
Алло, Лена? А кто это? А где она? Давно? Вот как. Девушка, послушайте, алло. А как вас зовут? Да ну что, просто у меня два билета в цирк. Хочется посмотреть, а не хочется идти одному. Правда, приезжайте. А как же вас все-таки зовут? Аня? Таня? Таня, правда, приезжайте, вас буду ждать. Знаете где? Да, и давайте договоримся. Я по голосу чувствую, что вы не старше меня, поэтому можно я вас буду сразу называть на «ты»? Да ну что вы. Значит, ваша бомба способна уничтожить весь мир? Да, и вас в первую очередь! Что с тобой? Да так, ничего. Она закрыта. Ломай замок. Он пошел. Отстегните парашют. Хотел, чтобы она приехала. Нельзя. Все на их глазах. И взлетаем, и садимся. Как они сегодня бежали? Она бы, я точно знаю, она бы и не добежала. Нечего им здесь делать. Уж которые попали к нам. Так зачем от них скрывать опасность нашей профессии? Что мы здесь? На аэродроме. Позже коровок собираем. Ты не прав. Ты ведь знаешь, что легче самому встречать любую опасность, чем переживать за другого. К тому же голая правда может быть и вредной. Когда я в детстве спросил, папа, откуда вы меня взяли? А он купил в гастрономе. Я был доволен. Вот и выходит, что правда иногда в том, чтобы скрыть. Правду. Чуть не умерла. Там же сетка. Смотри, стадион открыт. Зайдем посидим? Зайдем.
О, мы здесь не одни. Тебе не холодно? Прохладно. Ты ведешь себя так, словно мы 100 лет знакомы. 100 лет знакомства. Кто же это выдержит? Вот так всю жизнь и пробегает, правда? Да, конечно. Она, оказывается, не такая уж и длинная. Жизнь йодческая. Давай за того хлопца. Что, парень из Рязани? Нет, жена из Рязани. У себя захотела похоронить. Небо, ты радость, ты наша беда. Небо, полета счастье, но иногда небе ломаются крылья, и сыновей прячет земля навсегда в небе над головой вьется белая нить. Слышу я голос твой, за высоту, за красоту надо платить. Почему за ним такой след? С
сырой соломой заправили. А хочешь, я твое имя над всем городом вот такой белой ниткой вышью? Не знаю. А кто же знает?
Атакую! Пуск! 419 отвалил. 419 отошел? Отошел, отошел. Вот и Болдырев с замполитом. Как? В пределах нормы. Молодец, Колька. В воздухе слышал, командующий тобой доволен. А ну его к черту. Я из-за него такую девчонку потерял. Ты мне, конечно, старик, прости, я что-то не понял. Что, командующий отбил тебе девчонку? Нашел время, когда тревоги устраивать. Только познакомились, и фамилии не знаю, не знаю, где живет. Замполит идет с информацией. Ночью не летаем, летаем завтра утром. Отлично. Скупаемся. Отлично. Послушай, Николай, у меня к тебе просьба. Отличись сегодня еще раз. Съезди в город, в 36-ю школу, и выступи перед ребятами из 4-го А. Там у них запланированы встречи с людьми самых разных профессий. Что-то не хочется. Вот и Андрей не прочь выступить. О чем он расскажет ребятам? О том, как вчера за полосу выкатился? Поезжай, Николай. Ты сегодня слетал отлично. Расскажи им что-нибудь под настроение. Доставь ребятам удовольствие. А где она, 36-я? Это там на углу, где симпатичная брюнетка воду продает, помнишь? Ну хорошо, когда мы там были? Они занимаются во вторую смену. Значит, часов в 5. После 4-го урока. Буду. Ладно.
Вон-то какие стоят. Пойду помогу и поднять шлагбаум. Давай подниму шлагбаум. Очень нужно. Ох и машина. Но сможешь. Но! А ну? Что, поднимать, да? Да ладно, ладно, езжай, я сама. Ну давай подниму. Ну давай. Другой поднимать. Да как хочешь. Да поезжайте, поезжайте. Коля, ну окажи четвертый А. Успею. Только голову не оставляй. Здравствуйте. Садитесь. Ребята, сегодня, как я вам и обещала, у нас в гостях военный летчик Николай Аркадьевич Болдырев. И он вам расскажет о себе и о своей профессии. Кто из вас хочет стать летчиком? Вот ты. Я? Да, ты. Почему ты хочешь стать летчиком? Потому что летчики летают. Ясно. Садись, посадку разрешаю. Вот как я пилотирую машину. Разрешите? Здесь прямо передо мной приборная доска. Здесь левый пульт. Здесь правый. Вот так. Видите? Одни глаза. И очень редко всю голову. Если я сам наклонился, вот так хотя бы. О, какая красивая местность! То и рука может дернуться, видите? А достаточно ручки управления наклониться, и мой истребитель может перевернуться. А если земля рядом? А в воздушном бою, когда пилотировать надо особенно чисто? Так вот. Кто хочет стать летчиком, должен научиться не вертеться на уроках. Это вы такие задачки решаете. Про бассейны, про три трубы. Вот вам современная задача.
Я только что был в воздухе, 47 минут. Средняя скорость моего полета 2160 км в час. Требуется решить, какое расстояние я пролетел за это время и за какое время это расстояние прошел бы пешком. Скорость пешехода, как вы знаете, 5 км в час. Повторите, пожалуйста, вашу скорость. Для прилежной девочки повторить не жалко. 2160 км в час. Кто раньше всех решит, тому поставлю отлично по теории полета. Как быстро время летит, правда? Кажется, еще вчера был пацаном и сидел за такой же партой. Я всегда сидел за первой партой. Вернее, меня сажали. Я был самый крученный. Это у вас последний урок? Да. Мы уже ждали вас. А что вы делаете обычно после уроков? Иду домой. А потом? А потом дома. А потом? И потом дома. А потом? Один час посвящаю языку. Какой? Испанской. Да? А потом? А потом готовлюсь к урокам. Я каждый урок обычно провожу дважды. Один раз дома, в уме. А второй раз здесь. Ну и так вся жизнь пройдет, как прошли Азорские острова. Вы любите стихи? И стихи, и жизнь. Лидия Федоровна, я уже решил. Петя, сколько раз я говорила, прежде чем ты хочешь о чем-нибудь сказать, нужно поднять руку. А я уже домой ее держу. До свидания, Лидия Федоровна. До свидания. До свидания. До свидания, Лидия Федоровна. До свидания. До свидания. Большое вам спасибо. Можно я вас провожу? Спасибо, не надо. Мама не позволяет вам гулять с офицерами. А мамы у меня здесь нет. Я здесь одна. Совсем? Да. Я сразу после института. Только что окончила и тут же получила однокомнатную квартиру. И даже с балконом. Здорово. И вы живете совсем одна? Да. Я вас провожу. Так я вас провожу. Я вижу, вы не только летаете, но и живете со сверхзвуковой скоростью. Не надо привычную вам скорость переносить в область человеческих отношений. Не надо, честное слово. Вот мой троллейбус. До свидания. Прощайте. Не обижайтесь. За что? До свидания. До свидания. Хватит. Что бы в жизни ни случилось, нельзя же так сразу бросаться в крайности. Что? Ты когда-нибудь с ума сойдешь? Все занимаешься, занимаешься, сколько можно. Завихрения начнутся. Хватит так хватит. Чудак, не все равно. Откуда ты ее взял? Достал.
А, в прошлом году здесь поезд с рельс сошел, теперь ясно почему. Мы не все отворачиваем, мы оставляем. От кого письмо? Это мое. Бросил и вспомнил, одно слово не так написал. Пришлось нашего почтальона разыскивать. Я сгоряча чуть было наш почтовый ящик не взломал. Какое же это слово? Просто я написал, я очень хотел, чтобы ты приехала, но сейчас это невозможно. А дальше? Дальше нормально. Ну и что? Я очень хотел, чтобы ты приехала, а теперь это просто невозможно. Роскошная фраза. Я ведь написал «хотел». Что, хотел через «а» написал, что ли? Да нет, я написал «хотел», но как будто я сейчас этого не хочу. Ведь хочу, а не хотел. Ой, боже мой, какие тонкости. Тяжело, если не ждут на земле. В небе над головой вьется белая нить. Слышу я голос твой, и чистоту, и красоту надо хранить. Ас, как же тебя допустили к полетам? У тебя же насморк. Ну как? Порядок. Не возражаешь, что на твоем загораю? Давай. Ну ты даешь. Нас к столу пригласят через полчаса, а ты смокинг напялил. Мало того, что ты к нему пуповиной прирос, ты этому идолу душу свою закладываешь. Николай! Ты слышал, этот жених позвал ее, а потом написал: не приезжай. Знаю. Поддерживаешь? И не поддерживаю, и не осуждаю. В этом деле каждый сам по себе. Жить в вечном страхе за нашу судьбу. Вот ведь доля жены летчика. За что ж я ее обреку на это? За ее доброе,
В общем-то, можно, наверное, как-то так оградить человека от всех волнений, от всех переживаний. Но это значит лишить его и настоящей жизни. Не сможет она здесь. Товарищ лейтенант, мы положим. Ладно, я сам. Батя, не успели от берега отъехать, уже лапки сушат. Пока отстраняют полетов. Марш к парашюту-укладчику. Слушай, Ас, ты что, на носовые платки пошел резать? Взлетел. А? Я говорю, ты видел, как мой взлетел? А мой хочет знать больше летчик, чем кто другой. Но бывает у него. От усердия все. Старается. Ну, а ты все-таки видал, как мой взлетел? Пойдете в дальнюю зону. Порядок.
Я думал, мне сегодня совсем слетать не дадут. Заправь подвесной бак. Есть. 411-й, понял. Я 411-й. Разрешите взлет. 411, взлет разрешаю. Подвесной бак оборвался. Я вас понял. Черт возьми. Вот стыд-то какой. Наверное, зацепил рукой за тумблер. Четыреста одиннадцатый, идите на посадку. Выполняю. Жарко сегодня. Устал я. Я ухожу от вас, ребята. Я не могу так больше. Значит, не дано мне летать. Вы же видите, неудачи так и сыплют все время. Все поэтому и Асан зовут меня. Я, вы помните, сначала обижался на это. А теперь уже на нас откликаться стал. Привык. Позор. Пойдем. Сейчас построение. Новую машину получаем. Командующий сам ее пригонит. Джигит. Собака как здорово сажает, а?
Товарищ генерал, летный технический состав истребительного авиационного полка построен. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Вольно. 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 Ну что ж, переучились? Получаете, вот вам первый. Скоро все смените на такие. Кто из вас хочет подняться первым на этой машине? Два шага вперед. Ясно. Технический состав, подровняйте строй. А кто же среди вас все-таки ас? Правильно. Ложная скромность – недостоинство. А то в соседнем полку спрашивают, кто из вас хорошо летает. Молчат, скромничают. А я считаю, раз хорошо летаешь, так и скажи. Это не похвала себе, не хвастовство, а всего лишь уверенность. Правильно я говорю? Он готов? Да, готов. Пойдемте. Значит так. Пройдешь над аэродромом и на боевой разворот. Это ясно. Потом резкий набор высоты. Снижайся. И сразу заходи на посадку. Сажай помягче. Машина послушная. Идете хорошо. Давайте за машиной. Дмитрий. Ты так высоко прячешь загадок немало, и открывать тайны твои нелегко. В небе над головой вьется белая нить. Слышу я голос твой, будь терпелив, мало меня только люби.
можем ехать. Бугарева подождем. Он сегодня не летает, они с Андреем заступают на дежурство. Значит, все, поехали. Алешка здесь? Он сзади размечтался. Привет, соколики. Здравствуйте. Здравствуйте. За Федора Ивановича заедем. Николай, тебе письмо из школы. Где? Андрей забрал. Дирекция 36-й городской школы выражает свою глубокую благодарность за проведенную вами беседу, имеющую большое воспитательное значение, директор школы Зауч. Здесь мы и живем. Я, Лешка и Николай. Коля, ты что, спишь? Притворяешься? Не надо, пусть спит. А у нас гостья. Сижу, смотрю такси. Никогда не видел, а вот сразу узнал. Знакомься, это Леся. Извините, только задремал. Мы вообще лодыри, как подвернется свободная минута, так и любим придавить. Ну, вы располагайтесь здесь, как дома. А я пойду сбегаю, найду его. Я видел, он только что вылетел. Проверим. Чем же мне вас развлечь? Что вы, не беспокойтесь. Здесь окна очень интересно. Это не он? Нет, это еще не он. Вы знаете, когда он мне раньше писал «приезжай», я не была уверена, что ему хочется, чтобы я приехала. А когда он вдруг написал «не приезжай», я поняла, я нужна ему. Вот журналы, книжки у нас есть разные. «Глиссада планирования при посадке с сильно боковым ветром». Вот. Техника взлета с катапульта с ракетным ускорителем. Тут есть иллюстрации, очень интересные. Спасибо. Работы на полигоне. Идет туман. Возвращайся. Курс 175.
502 вас понял. Курс 175. Полеты отменяются, идет туман. Слушай, Лешка в воздухе? Да. Успеет? Должен. Теперь вы бросаете. Переставляем. Туман какой? Туман? Это Лешка. Не говорите, что я здесь. Видал, какой туман? Видали, какой туман? Красота. Сразу вспоминается Жуковский, Гёте, Вальтер Скотт, Айвенго, Ричард Львиное Сердце. Да, кстати, о рыцарях. Я потому вернулся так скоро, что знаю. Он по природе своей солдат, но не рыцарь. Он даже на протяжении 5 минут не может развлечь даму. Прошел дальний привод, вошел в туман. Остаток топлива. Сцепление обозначить взлетную полосу ракетами. Включить прожектора. Убрал шасси, выполняя первый разворот. Может, потанцуем? Да нет, что-то не хочется. Так вы знакомы еще со 2 класса, да? Встретила. Вот бы никогда не подумал, что такое бывает. Нас тогда вместе за одну парту посадили. Он меня терпеть не мог, просто потому, что я была девчонка. Закос, правда, не таскал, но парту разделил мело. Что это? Как запасной? Все еще закрыт. 502. Набери высоту. Катапультируйся. Разрешите подождать, пока есть топливо. Совсем забыла.
меня уже есть отличные коржики. Сейчас придет Лёшка, будем пить чай. Правда? Конечно. Прошел дальний привод, вошел в туман. Веду по приборам. Дом офицеровать и воротник у рубашки сжег. А главное, девчонку пригласил. Выручайся. Нет, батя на запасной посадил. Без красоты нам не прожить.